Бэбизон Йо-Йос люлька весит 6,5 кг. Высота от пола до люльки 46 см. Капюшон люльки регулируется с помощью кнопок. Накидка крепится на молнии, на двустороннее, теплая, мягкая, очень приятная на ощупь. Длина спального места 75 см, ширина 27, глубина 15. Всю люльку можно снять для стирки. Но у коляски состоит из двух частей, и в районе попы малыша немного изгибается. На практике малыши очень хорошо лежат в люльке Йо-Йо. За счет такого крепления малыш лучше укачивается. А некоторые неонатологи говорят, что в таком положении ребенок лучше переносит колики. Люлька складывается вместе с шасси, ее не нужно снимать. Сложить коляску можно одной рукой, держа в руке своего малыша. Складывается она довольно компактно, ее можно перевозить в ручной клади самолета. Есть ремень для переноски, в комплекте есть сумка для переноски коляски.